приветствую. Я Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». Мы продолжаем творить 2014 год, планировать все его задачи, аспекты мечты и мастерство, наилучшее мастерство наилучшего творения. Вы приготовили к этому месяцу, у нас сегодня ноябрь, вы приготовили к ноябрю свои намерения, которые мы будем усиливать энергиями камней и кристаллов. И сегодня ноябрь и камень селенит. И в ноябре мы возрождаем женские энергии, свою женскую ипостась и все аспекты, которые с этим связаны. То есть своя женская мягкая часть богини и нового творения себя в новом мастерстве богини, в рождении новых идей, творческих замыслов, в связи с подсознанием, с Высшим Я, с ангелом-хранителем. Все ваши энергии, которые позволяют жить интуитивно. То есть не просто умом, логикой, а еще чувствами, когда вы знаете, это полезно, это не полезно, это хорошо, это не очень. Туда стоит идти, это стоит делать, а вот это не стоит делать и не стоит туда ходить. То есть вот это тонкое чутье великой женственности, прозорливости, предвидения всех ситуаций. И поэтому вот это качество позволяет вам распоряжаться и сотрудничать со своим мастерством самым комфортным образом, потому что вы видите, вы чувствуете на пару шагов вперед. И это женская энергия, которая бесконечно тонкая и чувствительная. И именно она позволяет вам предвидеть развитие любой ситуации. И наилучшим образом намерение ноября фиксировать и реализовать в вашей жизни. Камень селенит – это лунная энергия, это женские энергии. Он с красивыми переливами, он с бесконечно шелковым и атласным блеском. Он прозрачный, полупрозрачный. И он очень бархатистый на ощупь. И белый или же персиковый. Вот цвета селенита такие белые, бело-голубые, бело-серые, персиковые, розоватые и до почти оранжевого. Полупрозрачный. Сейчас садимся удобно. Расслабляем свое тело в удобной позе. Делаем глубокий вдох и выдох. И еще раз глубокий вдох и выдох. И третий раз глубокий вдох и выдох. И с каждым вдохом и выдохом вы чувствуете, как вы центрируетесь внутри своего тела. Вы находитесь здесь и сейчас, в данном моменте. И сейчас мы делаем глубокий вдох и выдох. И с выдохом мы освобождаем пространство в своей ауре для того, чтобы привлечь энергии селенита. Мы привлекаем энергии селенита, который поможет нам фиксировать все намерения, которые у нас приготовлены для ноября. Почувствуйте себя внутри своего тела, почувствуйте, как живет ваше тело и как происходит жизнедеятельность ваших клеток. Просмотрите, какие места в вашем физическом костюме затемнены, какие хорошо освещены и какого они цвета. И сейчас также просмотрите ауру и энергии селенита, позвольте им втекать. Вы можете их увидеть как некий лунный свет, красивый лунный свет, чистый, как некое перламутровое свечение, как некий атласный блеск. Почувствуйте, как они затекают. Они именно текут такими нежными потоками в вашу ауру.
Причем очень быстро и очень естественно они затекают в вашу ауру и окрашивают вас неким таким лунно-фарфоровым сиянием. Почувствуйте, как этот процесс достаточно быстро идет, потому что женские энергии каждому человеку знакомы, они очень легко заходят в любую клеточную структуру, очень легко окрашивают ваш костюм и ауру. Почувствуйте, как этот процесс довольно быстро, послушно такими потоками идет. Везде проникает в каждую клеточку лунное сияние, лунный свет. И позволяет вам очень тонко настроиться на этот свет, на этот поток света. Почувствуйте, что ваша клеточная структура уже окрасилась этим сиянием. И сейчас из своей макушки почувствуйте, как поток этого сияния пошел к Луне. И другой поток сияния пошел из ног в центр Земли. То есть сейчас вы связали Землю с ее спутником Луной. Почувствуйте, как этот процесс быстро и легко установился. И у вас теперь под ногами связь с Землей и над головой связь с Луной. Соедините их в своем сердце, эту связь. И из своего сердца, своим намерением, позвольте выйти этому лучу, объединенному Луна-Земля, и направиться к Солнцу. Почувствуйте, как из вашего сердца очень нежный луч, который сплетен из двух энергий Луны и Земли, нежно так пошел к Солнцу. Там он разделился опять на два потока и обнял Солнце, как в ладошке. И это объятие Земли и Солнца совместно с Луной. Почувствуйте, как это объятие состоялось, как Солнце вдохнуло в эти два потока жар, тепло. И почувствуйте, как этот поток также немножко извилисто, красиво вернулся к вам в сердце и опять разделился и пошел к Земле и к Луне. И опять вернулся, и опять вернулся к сердцу. Только теперь эти два потока остались в вашем сердце. Эти два потока остались в вашем сердце и стали образовывать некое завихрение, некий завиток, некое вращение. Почувствуйте, как этот процесс идет, и это вращение выходит дальше, шире, выходит за границы вашего тела, выходит в вашу ауру, и это такой некий легкий водоворот таких перламутрово-шелковистых белых энергий. Почувствуйте, как это происходит. Эти энергии закручиваются в вашей ауре, в ваших клетках, и вы находитесь в этом блаженном водовороте этих энергий, очень мягком, очень женственном, очень ласковом. И почувствуйте, что эти энергии, они вас приподнимают. Вот просто приподнимают, потому что вы расширяетесь, вы становитесь как-то больше, вы напитываетесь этой энергией, и у вас находится столько нежности и доброты, что вы ею переполняетесь, она вас даже приподнимает, как вот воздушный шарик, вы облегчаетесь. Каждая ваша клеточка становится такой легкой, нежной, воздушной, что вот вы парите, буквально взлетаете. И вы установили эту тройную связь, эта тройная связь между планетами вас очень поддерживает и делает совершенно невесомой. И позвольте себе почувствовать, как вот этот вот узор лунных белых энергий одевает вас, ну, в какие-то кружева. Вот почувствуйте, что вот
на вашем теле появляются бесконечные узоры каких-то кружевных нарядов. Позвольте себе увидеть себя в самом прекрасном, самом феерическом костюме, кружевном костюме, одеянии. Может быть, это будет что-то очень креативное или что-то очень классическое. Но позвольте себе почувствовать себя вот одетым, одетой в такие кружевные наряды. Это еще можно представить как вот пена, благоухающая пена вокруг вашего тела. Также, возможно, в вашем воображении нарисуется дорожка на воде лунного света и волна прибоя. И эта дорожка лунного света в качающейся волне колышется очень нежно и очень красиво. Впитывайте этот селенитовый поток. Чувствуйте, как он заполняет вас, украшает вас. Как начинает сверкать ваша кожа, сверкать белки глаз. Как все ваше тело и аура насыщаются перламутровым лунным сиянием. Переведите себя в ощущения, почувствуйте, какие ощущения вы получаете от этого селенита, потому что это ваш контакт через ощущения тоже. Почувствуйте, как это происходит. Может быть, селенит ваш будет немножко розовый или персиковый и позволит вашей коже засиять молодостью и юностью. Сейчас вы можете у селенита попросить, чтобы он вас омолодил. Богиня должна быть красива, молода, сверкать здоровьем и юностью. Поэтому все в ваших силах. Выражайте свое намерение. Выражайте также те намерения, которые вы приготовили относительно ноября. Теперь делаем глубокий вдох и выдох. И фиксируем это намерение в своих клетках и ауре. И еще раз глубокий вдох и выдох. И третий раз глубокий вдох и выдох. И с этими вдохами и выдохами фиксируем все это в ауре. Скажите внутренним голосом: «Так есть, это сделано, я знаю». Зафиксируйте это все. И как только вы зафиксировали, делаем глубокий вдох и выдох. И с выдохом чувствуем, как мы отпускаем энергии селенита. Мы сворачиваем луч от Земли, от Луны. Собираем эту энергию своего предвидения, прозорливости, интуиции внутри себя. Вы можете положить эту энергию внутри в любом месте, где вам понравится. Можете распределить по коже, можете распределить под кожей. Как нарисует ваше воображение, так и будет. И сейчас мы выражаем великую благодарность тому, что наше тело впитала энергию селенита, что наша аура запомнила энергию селенита, что энергия селенита из пространства была с нами. И в любой момент, когда нам понадобится обратиться к своей женственности и востребовать и задействовать свою женскую силу и женские магические инструменты, энергия селенита нам доступна в любой момент из пространства. Стоит только позвать. Ваша аура и тело ее уже знают и ее умеют привлекать. Теперь делайте глубокий вдох и выдох. И еще раз глубокий вдох и выдох. Почувствуйте себя внутри тела. Почувствуйте, как
ваше тело наполнилось, расслабилось, впитало эту энергию и находится здесь и сейчас, в вашей реальности и в вашем пространстве. Когда будете готовы, открывайте глаза. Спасибо за медитацию. С вами была Татьяна Фомичева и Кристаллософия.